Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi 13. И сейчас я покажу вам, как отправить групповое текстовое сообщение. Мы открываем приложение «Сообщение». Далее нажимаем «Начать чат» и выбираем «А». И нажимаем «Создать группу». И выбираем уже контакты в группу, из которых создадим. Нажимаем «Далее», нажимаем «Ок», либо можем нажать «Добавить», название добавить можем. И уже здесь вводим какое-нибудь сообщение, можем его отправить. Но единственное, у меня нету симки, поэтому я не могу его отправить, а так это так работает. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.